хочется пожелать вам, чтобы вы тоже нашли на этом форуме что-то такое, что несли с собой по жизни, чем очень гордились, и чтобы вам было что вспомнить. Нас всех здесь объединяет особое отношение к нашему региону и к нашей стране. Это уже повод для гордости, для совместной работы и для реальной дружбы. Я должна тоже вручить сегодня премии за лучший поступок года. Очень нужное мероприятие здесь, когда люди приезжают в каких-то командах, они более сплочаются, можно сделать что-то для себя, что-то узнать и как-то выразить себя. Чтобы все, в общем, ребята могли реализовывать себя не только в рамках каких-то узких на своих территориях программ, но и принимали участие в региональных. Мы хотим, чтобы наша молодежь созидала, мы хотим, чтобы наша молодежь развивалась, и поэтому мы хотим в итоге получить слаженную команду, большую команду, поскольку количество участников форума под 1000, которая будет двигать нашу область только вперед. Сегодня здесь, я думаю, произойдет некий новый виток молодежной политики. Мы хотим объединить всех молодых активных ребят, кто уже что-то полезное делает для развития нашего региона под брендом одного общего движения – «Команда развития региона». В честь 70-летия нашего региона была учреждена награда, юбилейная медаль за вклад в развитие Новосибирской области. И я, пользуясь случаем, хочу вручить заслуженные награды вашим сверстникам, тем, кто своим трудом уже доказал, что вы активные граждане, вы сегодня наше будущее. Все получится, и вы должны быть лучшей командой в России.